Вот такая милота Бриджит Бардо. Девочка, шоколадка, дочь нашего космоса. В поисках самой лучшей ответственной семьи. Девочка миниатюрная. Вот такая красотка. Красавица Чихуахуа. Девочка. Открыта для резервирования. Вот такая крошка-лизушка. Как видите, это дочь космоса, которая на него даже похожа. Моя ты девочка. Бриджит Космосовна. Красивенная шоколадка. 2 месяца. Миниатюрная крошка. Продается. Бриджит Бардо, девочка, очень милая и красивая, абсолютно правильная, не крупная, больше даже маленькая, компактная, в поисках самой лучшей ответственной семьи. Стоимость щенка 100 тысяч рублей. Щенка можно зарезервировать, и как только она получит вторую прививочку чипирования, она сможет переехать в новый дом, и это уже будет буквально через месяц. Вот такая прелесть Бриджит Бардо космосом, милая кроха. Девочка приучена к пеленке, постепенно будет приучаться к лоточку и к выгулу на улице в нашем собственном дворе. Девочка активная, игривая, очень похожа на своего папочку Лилова Подпалова нашего космоса. Вот такая милая малышка. Мамочка у девочки черного окраса, тоже очень-очень красивая. Девочка абсолютно здорова. Без единого дефекта. Вот такое солнышко ищет самую лучшую и ответственную семью, любящую, заботливую, которая будет обожать ее, вот такую вот милую крошку. Крошку на ладошке. Влюбляйтесь, вот такое солнышко. Бриджит Бардо. Бриджит Бардо, девочка, очень милая и красивая, абсолютно правильная, не крупная, больше даже маленькая, компактная, в поисках самой лучшей ответственной семьи. Стоимость щенка 100 тысяч рублей. Щенка можно зарезервировать, и как только она получит вторую прививочку чипирования, она сможет переехать в новый дом, и это уже будет буквально через месяц. Вот такая прелесть Бриджит Бардо космосом, милая кроха.